Привет всем! Сегодня у нас уже 29 июня. И, в общем, нас сливает дождь каждый день. Изо дня в день, в общем, одна картина. Дожди не прекращаются. Сыро, в огород вообще не влезьте. Все в сырости. Ливни такие страшные, весь укрывной мокрый. В общем, все сливает. Еще как бы не гниет, и то хорошо, а так бы вообще, наверное. Такая вот картина у нас. Картошка уже вот такая выросла. Пока дожди идут большущие, капуста тоже подросла вот так вот. Вот так вот вымахала за дожди капустка. Кабачки уже наросли. Сейчас вам покажу. Такие кабачочки. Здесь уже хорошие прям. Такое есть. Здесь небольшое. Здесь уже светлые такие вот наросли. Тут вообще огромные вот такой вот. Там тоже большой. Чем кабачки вообще хорошо растут. Сегодня посадили один домик. Рой вот начал летать немножко. Под дождем садили. В общем, еле-еле как вот вы выбрали такое время. Так вот все у нас сейчас сложно. С погодою. Тепла нет совсем. Всего 14 градусов сейчас. Очень холодно. Особенно когда сыро. Так вообще. Ну вот, то картошка вообще хорошо растет, конечно. Картошка зеленая, большая. Фасоль так отросла. Горох, лук, морковка. Такой вот лук уже вырос. Ничего ничем не поливали, не подкармливали. Все растет просто так. Потому что поливать тут уже нечего. Поливать все сыро и так чрезмерно. Такой лучок. Морковка кое-где, он там один пакетик не взошел. Но остальная так вроде бы неплохо. Еще не продергивали, ничего не делали. Очень сыро. Так вот. Это июньская капуста здесь по краю. И вот такой вот огород. У картошки, конечно, хорошо. Растет она прям так. Так вот. Здесь лук на зелень. Просто чтобы рвать. На салаты. Цинни. Земляника, в общем, стоит, можно сказать, колом. Кое-где там что-то цветет. В общем, погоды нету, и она особо ничего не растет. Некоторые усики вот так вот укоренили в стаканчике, где хорошие кустики. Еще надо стрелки чесночные браться, выходные обрывать. В общем, пока не до них. Горох вот зацветать начал. Ну, вот так вот здесь тоже кое-что подрастает. Вот так вот в огороде. Наконец июня. Вода вот стоит. Но еще пока земля как бы впитывает, поэтому не так много, она быстро уходит. Пока еще есть видно место в почве. Вчера подкармливали пчел, потому что начали погибать пчелы. Есть им нечего. В общем, ничего не цветет. Поэтому в 10 домиков всего 13. Теперь 14. В общем, в 10 домиков давали сахарный сироп. Пустые рамки. В общем, есть им нечего совершенно. Дожди постоянно. Холод тоже стоял неделями. Ничего не цветет. Нектара нету. И, в общем, пчелам очень тяжело. Вот если не подкормить, то повымрут все. Смородины в этом году очень много. Такие вот грозди.
Все в ягодах. Кое-где вот здесь черные, конечно, подпорчены. Но так вот все. Кусты просто усыпаны ягодами. Продолжает цвести и аквилегия вот так вот. Ну и единственное комфортное место — это теплица. Здесь сухо. В общем, особо сейчас не поливаем. Огурчики вот последние, что высаживали. Здесь тоже так огурчики срываем. Периодически растут. Ну и продолжают здесь стоять и вот эти вот горшки с цветами, потому что на улице их просто сольют. Большие там около крыши просто стоят, на них меньше попадает, а эти их сольет, если будут они стоять на улице. Томаты вот так подросли уже, цветут потихоньку. Ну и вот так вот цветет петуния. Сейчас пройду, покажу вам. Вот такая вот петуния. Симпатичная. И бегония там немножко начала зацветать. Пока вот только-только что-то там появляется. Ну и надо будет сбрызнуть перец, пролить немножко, потому что земля, смотрю, подсохла уже. Ну так вот пока. Тепла нету, поэтому особо так уж слишком не растет. Потихоньку так немножко подрастает. Там тоже вот такой черный перчик. Ну здесь обычный наш перец. В общем, вот так вот сейчас. Огурчики цветут. Уже плети обрываем, чтобы дальше они не шли. Потому что эти будут, когда расти, им затенение не нужно. Вот здесь просто прищипываем плети. Ну, вот так пока как-то. Поэтому, как жить, надоело уже такая погода. Сырость постоянная. И вроде бы дожди будут продолжаться у нас до 7 июня. Ой, июня, июля. До 7 июля. В общем, еще долго. Больше недели. Ну, посмотрим. И тепла тоже там. Только где-то, наверное, может, к 10 июля потепление хоть какое-то будет. А так вот такая вот сырость. И, в общем, пока некомфортно. На улице, в огороде. Сорняки немножко повыпали, и пускай вот так пока все. Лишь бы не начало гнить. Так вот, петуния тоже здесь зацвела. Ну и пока вот как-то так. В общем, всем хорошей погоды. Солнца, тепла и всего самого-самого доброго. Всем пока-пока.